Эти чудесные бабушки приехали из Удмуртии, из села Буранова. Они поют старинные народные песни, мелодии Виктора Цоя и Бориса Гребенщикова, Битлз и Квин на удмуртском языке. Они стали знаменитыми ровно 2 года назад. После отборочного конкурса Евровидения их полюбила буквально вся Россия. И сегодня вновь вершины Евровидения штурмует группа «Бурановские бабушки» номер 24. Oh,